На месте. И на счет три. Сила моего намерения, отправляясь, прута в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. У меня там сидит плотно на ней. До самого низа у него щупальцы. Да ты что, ничего не вышел? Нет. Хорошо, поехали дальше. Мы приветствуем Наталью, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит, она хочет избавиться от нее. Сейчас избавимся от этого спрута. И я даю команду, значит, 3, сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Натали, пространство над головой, под ногами, 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии воздействия. От всего этого выстраивается канал, ведущий в клетку, тюрьму, и ответственный за эти подключки и энергии, силы моего намерения притягивается в клетку, тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Натальи, находит все. Спрут вышел сейчас, но от него в слизи много. Вся слизь остается в клетке, где он находится. Все туда, на его чистоту отправляется. Один канал? Нет, есть другие. У него рептилоид. Грей. Сколько греев? Двое. Инсектоид. Какая веселая компания. И кто у нас из представителей темного мира? Инкуб и демон. Инкуб и демон, как и говорил. Хорошо, считай цифру демона над головой. 8. Это бес? Это бес, да. Хорошо. Понижаем в ранге до беса. Бес 8. Бес. Как долго ты находишься в этом биополе? 3 года. А на какую частоту ты зашел? Что это было? Опиши ситуацию. Крик. Крик. Скандал. Крик, скандал – это твоя частота, это то, что ты любишь, да? Да. Хорошо, 3 года. Инкуб, как долго ты находишься в этом биополе? Тебя бес привел? 2,5. Бес привел, да? Да. Есть лярва, да. Хорошо. Инзиктоид, как долго ты находишься в этом биополе? 6 лет. 6 лет уже? Ого. Хорошо. Грей, рептилоид. Как долго вы находитесь в этом биополе? 1 год находится. И спрут. У меня подозрение, что ты больше всех здесь находишься. Как долго ты находишься в этом биополе? 20 лет. 20 лет. А что там случилось 20 лет назад, когда ты зашел? Опиши ситуацию. Но он где-то спрыгнул на нее. Угу. Сверху. Где-то спрыгнул сверху. Хорошо. Так.
20 лет. Хорошо, я объявляю программу. Сегодня вы обнаружены. Мы находимся здесь легально по волеизлиянию Натальи. Она попросила избавить ее от всех интерферентов. После этого она будет читать манифест. После этого всем будет запрещен вход в ее биополе. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим команду. Я дам команду на то, чтобы вы забрали всю свою темную энергию, потом мы заберем все светлые энергии. После этого я дам команды вытащить всю из ее биополя. После этого произойдет проверка и рассинхронизация. Проверка будет проходить 2 миллионами герц. Если кто-то что-то оставит, он просто сгорит по каналу в этой клетке. Все, кто пройдут проверку, уходят безболезненно первый раз на свою чистоту. Всем понятна процедура? Да. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной и низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Наталье. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. У меня вопрос к присутствующим. В ее квартире кто-нибудь есть из ваших родственников, ваши там какие-нибудь... У беса одеялки или что-нибудь такого плана? У рептилоида есть. У рептилоида есть. Почему я говорю? Потому что мы после этого будем чистить квартиру. И надо будет это, конечно, все убирать. Энергия спрута есть. Энергия спрута тоже там есть. Но энергию спрута мы уберем. Рептилоид, вам надо самим это снимать или я сам могу это все убрать? Установки они должны снять сами. Да. Установки надо будет снимать. Хорошо, будем смотреть это по ходу. Удивлен такому количеству интерферентов. Интересно, ангельская душа или первородная, или какая душа? Что вам так всем было интересно, эта энергия? Спрут, за какие боли ты был ответственен в ее голове? Я же знаю, ты там кашу оставил, да? Там не только голова, он полностью по ней стекает сзади. А за что ты ее так мучил, Спрут? Ты же ей жить не давал, тебе не кажется? Ну, показывает просто, как он сидел на ней. Ну, там нет осознанности, о чем там говорить. Ток энергии у него, он собирал энергии, закончился. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Наталья забирает всю чистую и светлую божественную энергию. 1, 2, 3. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Наталья себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все себе обратно. Скажи, бес, ты на детях или на животных ничего не устанавливал в той квартире, где она живет? Или там другой черт? Он говорит, что там, да. Он там здесь, свои. Ну, я вижу там, да. Закончился реверс. Хорошо. Так, и устанавливаем еще фильтр золотой сеточки на все каналы. Дополнительно. Хорошо, спрут, выходишь сейчас, достаешь все, что ты оставил в ее биополе, всю свою жидкость, все отсасываешь, чтобы никакого следа твоего не осталось, и ты прошел проверку. Если ты проверку не пройдешь, можешь сгореть. Приступай. И доложи мне о готовности проверки. Что он делает, Вера? Головы достает. Белое что-то. Ой. Как слизь, только плотная. Спрут, а что это такое белое, плотное, что ты достаешь там? Ну, он там жил, это его какие-то энергии, которые он уплотнял. А, энергия уплотнения, понятно. Какое счастье иметь спрута 20 лет на голове. Говорит, что все собрал. Хорошо, так, рептилоид, отправляй Греев сейчас, пусть они все снимают, проконтролируют, доложи мне о готовности. Приступай. Готово. Хорошо, инзиктоид, я прошу тебя выйти сейчас и забрать все, что осталось на твоей чистоте в биополе Натальи. Приступай и доложи о готовности. Они по чакрам все, то есть рептилоид, сердце сняли, круг был, шар их. Угу. И шея, сердце, инсектоид, ниже идет живот, низ живота. Кошмар. Мы вытащил все. Хорошо. Так, инкуб, выходи, вытаскивай, снимай все ленточки, ошейники свои, все, что ты там оставил.
У него какой-то жилет, как жилет на ней одет. Кожаный. Кожаных полосок. Угу. Готово. Бес, скажи мне, есть лярвы в биополе ее? Где они находятся? Низ живота. Низ живота. Хорошо, выходи сначала, вытаскивай. Все, что ты там оставил, следов не оставляй. После этого доложи мне, я дам тебе команду, я тебе разрешаю забрать эту лярву. Приступай. Он снимает гольфы и снимает с рук ленты красные. Mm-hmm. И еще у него на голове лярва, на лбу прямо. А выше он никого и не пускал. Хорошо, понятно. Хорошо. Так, и все убрали. Теперь сделаем следующее. Лярва отдашь? Да, я разрешаю бесу забрать лярвы. Все забирай лярвы. Он все снял. Хорошо. Все. И тогда начинаем процедуру рассинхронизации энергии Наталис, энергии Спрута, рептилоида, Греев, инзектоида, инкуба и беса. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Но у нее со всеми она рассинхронизировалась. Со Спрутом очень трудно. Хорошо, я подхожу к Наталье и помогаю ей своей энергией ускорить процесс рассинхронизации. 1, 2, 3. У нее как развязывается с ними что-то. Сколько лет ей? И 20 лет он сидел. Можешь себе представить, что он большую часть жизни прожил в ней. Ее жизни, питаясь ее энергиями. И вырастил не одно потомство, я больше чем уверен. Готово. Хорошо, рассинхронизация закончилась. Я подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и помогаю ей совершить импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Пошел удар. Сжигаются все каналы к интерферентам. Да, все сожглись. Отлично, открывается портал в галактическое ядро, и все остатки канала улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Да. Не очень осознанная тонкая копия. Она... Такое ощущение, что это она ее толкала, чтобы ее почистили. Вот так вот. Вполне возможно. По количеству интерферентов это видно. Хорошо, все закончилось, да? Да. Хорошо, так. Ну что, тогда начнем отпускать потихонечку. И... Финиш этот шар. Большой шар? Нет, небольшой. Он маленький. Давай уберем сразу. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Поднимай шар, улетает в галактическое ядро. На переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Вам запрещен с этого момента вход в это биополе. Поэтому никогда больше сюда не приходите, если не хотите со мной встретиться. Мы будем это контролировать. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо, Спрут, готов уходить? Ну, готов. У тебя нет варианта, я тебе могу предложить только альтернативу галактическое ядро. Выбирай. Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Спрута. 1, 2, 3. И Спрут уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, рептилоид игры, я вас сейчас отправлю в квартиру, дам вам время, через несколько минут мы туда придем, соберите пока все свое оборудование, и я вас отправлю на вашу частоту. Все понятно? Да. И, Верочка, чуть громче, и открывается портал в квартиру Натальи, 1, 2, 3, и рептилоид с Греем уходят туда, собирают все, что они оставили и ждут, пока мы придем. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, инзиктоид готов уходить? Да, он готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Забирает все, что он с собой принес. Все с ним уходит, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Инкуб готов уходить? Готов, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Инкуб уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Хорошо, бес. Ты готов уходить, да? Я понимаю. Получил все, что ты хотел. Пойду, раз надо. Надо, надо. И я даю команду, значит, 3. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Клетка пустая, да? Да. Хорошо, поехали по частотам.
Ангел она. Отлично. Поэтому я говорю 6 интерферентов. Ангел. Готово. Хорошо, мы закончили чистку. Я обращаюсь к Наталье. Наталья, как вы себя чувствуете? Легко и светло. Вы помните еще это чувство легкости и света? 20 лет спрут сидел у вас. Хорошо, мы закончили сейчас работу и будем вызывать. У нас вопросы остались к куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая прийти к нам в комнату куратора, учителя, друга, у ангелов, друзья, Натали. Куратор или учитель, придите, пожалуйста, к нам в комнату диагностики. Девушка. Снимаются все маски, голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем друга, куратора, Натали. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Алло. Алло. Ло. Ло. Да. Красивое, редкое имя, никогда еще не слышал такого. Мы приветствуем вас, уважаемая Ло. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашей подопечной, вытащили из нее интерферентов, заправили энергиями, увидели крылья, она их расправила. Наталья записала 10 вопросов с просьбой задать их куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, отвечу. Хорошо. Итак, первый вопрос. Кто мой учитель, наставник, его имя, с какой он планеты? Учитель приходит тогда, когда ты учишься чему-то, пока тебе хватает общения со мной. Как ангел-хранитель я защищаю тебя и веду по жизни, даю свои знаки. Знакомство с учителем будет тогда, когда ты будешь готова. Когда ученик готов, приходит учитель. Благодарю вас, уважаемая Ло. Если вы закончили, я перехожу ко второму вопросу. Закончил. Кто мое высшее Я, его имя, его возраст, его планета и на каком уровне? 12-й уровень высшего Я. Имя высшее Я скажет. Только он сам. Правильно. Я не имею права разглашать. Да. Ты можешь сама спросить его имя. Да, Наталья, мы, если она захочет, мы можем ее поднять на уровень высшего Я. И он ответит на вопросы насчет возраста, на каком уровне. 12 уровень – это довольно высокий уровень. И поскольку она ангел, я тогда прошу сразу сказать, назвать ее ангельский уровень, уважаемая Ло. 8-й. 8-й. Так и чувствовал. Благодарю вас. Следующий вопрос. Кто я? Душа. Часть души, какой возраст, с какой планеты? Опять слово планета. Ты ангельская душа с 8-го ангельского уровня. У нас есть небеса, планет нет. Замечательно. Но мы воплощаемся, как и все другие души, на разных планетах, чтобы получить свой опыт. Благодарю вас. Сколько кармических узлов было и сколько осталось пройти? 3 кармических узла было. Еще 3 впереди. Хорошо. Следующий вопрос. 5. Какой процент негативной энергии я уже набрал и каким образом я могу его снизить? 25%. Неси свой свет и не спускайся до негативных эмоций. Доброту и любовь, делая, ты можешь уменьшить процент черной энергии. Благодарю вас. Значит, это не приговор. Соответственно, это темная энергия, набранная в течение жизни. Пока человек жив, он может этот уровень как наверх, так и вниз опустить. Правильно я понимаю? Поступками, осознанием. Осознанным осознанием и своими поступками, безусловно. Ничего нельзя купить. Можно только осознать и исправить. Благодарю вас. Следующий вопрос. 6. Есть ли связь с космическими энергиями Крайон, Сен-Жермен, Николай Чудотворец, Юпитер? Возможно ли попросить помощи в очищении, гармонизации и увеличению
канала связи. Возможно. Возможно, Николай Чудотворец и есть твой учитель. Значит, ей надо к нему обращаться, да? По этому каналу. По каналу осознанности. Вы закончили? Да. Седьмой вопрос. Мое предназначение – регресс? Если нет, то какое? Ты сама должна выбрать свое предназначение. То, где тебе интересно. И развиваться. Где интерес пропадает. Ты сама будешь видеть. Получать какой-то опыт. Направлений может быть много, в том числе регресс. Я хочу немножко объяснить. Пожалуйста. Нельзя заниматься чем-то одним. Это как крупинки зерна. Изучая регресс, ты должна изучать еще много разных деталей и получать разную информацию. Только так ты можешь развиваться. Если ты зациклишься только на одном, ты потеряешь интерес. Но если ты будешь развивать и расширять интерес, это добавит знаний к тому, чем ты будешь заниматься. Благодарю вас за этот очень хороший совет, уважаемый Алло. Восьмой вопрос, последний. Возможно ли попросить совет или, может, что-то хотят мне сказать сами? Хотите ли вы передать что-то лично? Я хочу поздравить тебя с очищением и с тем, что ты наконец-то знаешь свою суть. Тебе очень много света. Твоя энергия активирована. Не понижай свои вибрации и не спускайся на негативные эмоции. Держи свои эмоции в позитиве. Тогда ты многого можешь добиться. Закончили. Я бы хотела добавить про Пожалуйста. Страх. У тебя не должно быть страха. Страх – это темнота, которая загрязняет твой свет. Только так ты можешь светить, без там, страха и сомнений. Я закончила. Там, где свет, там страха нет. И вот она пишет заключительные слова. От себя хотела передать всем своим учителям, наставникам, высшему я и всем, кто рядом и по безусловной любви помогает и поддерживает. Огромную благодарность, безграничную любовь и свои объятия. Не думала, что смогу пережить весь этот опыт. И прошу прощения от всего сердца за две попытки суицида. Каюсь перед собой и перед всеми за свои минуты слабости в прошлом и упорно, проламывая стену последние 5 лет, если честно, уже не надеялась на свет в конце туннеля. Только слезы радости и благодарности, что дошла, что смогла. Для меня встреча с Владом и Верой – это как нечаянная радость. Наверное, допросилась Николая Чудотворца. Всех люблю и желаю мира, радости и добра. И чтобы каждый, кто борется, пусть уже не верит в чудо, а получит такую же, как у меня, победу со слезами радости. Ты сама все понимаешь, что еще больше сказать. Я просто хочу добавить про свет в конце тоннеля. Ты его видишь так, вернее, видела, но сейчас стоя здесь передо мной, ты понимаешь, что ты сама свет, и ты сама зажигаешь этот свет в конце тоннеля. Это и есть осознанность. Уважаемая Ло, мы закончили. Вы хотите ей активировать еще ангельские энергии, пропустить их по кругу, как это ангелы? Уже активировали. Уже активировали, хорошо. Уважаемая Ло, у нас есть еще одна добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждый куратор и каждый учитель от нас получает подарок. Если вы хотите получить какую-то мыслеформу с Земли, которую мы знаем, мы это можем для вас сделать. Но у нас еще есть особый подарок, который мы всегда дарим ангелам и всем другим кураторам. И в твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными ягодами на Земле. 1, 2, 3. И покажи, пожалуйста, Ло, может, она захочет это с собой взять и поделиться со своими друзьями. Это наши витамины, единственный чистый продукт, который остался. Я с удовольствием заберу их. Замечательно. Благодарим. Я чувствую этот запах. Благодарим мы вас.
И примите, пожалуйста, еще искреннюю энергию благодарности Натали, Веры и меня за знакомство с вами, за то, что вы помогли нам сегодня ответить на эти вопросы и помочь Натали в ее развитии. Будем надеяться, что следующая уже связь у вас будет напрямую. Она ваше имя знает, и у нее все получится. Я с удовольствием буду ждать нашей связи. Отлично. Благодарю вас за все и рада встрече. Благодарю и мы вас, и мы рады встрече. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Наталья, как вы довольны встречей со своим куратором, ангелом? Немногое понятно. Хорошо. Мы сейчас возвращаем вас назад, ваш биоробот, и приступаем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Натальи в систему биоробот душа заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Но она синхронизируется и говорит своему биороботу: не забывай активировать Меркабу. Она очень помогает тебе в защите и связи с космосом и Землей, в балансе. Готово. Отличный совет. Мы показали, как активировать Меркабу в биополе Натали. В этом сеансе она сможет применять эту технику, самостоятельно заправляя себя после этого сеанса регулярно энергиями высокими. Числа мы показали и поднимая себе вибрации. Мы тоже показали, как это делается. Наталья, с этого момента у вас уже наступает, так сказать, работа, самостоятельная работа над собой, над своей осознанностью. И мы вам желаем всего наилучшего. Хорошо, Верочка, отключаемся от Натальи. На счет 3, 1, 2, 3 и на счет 3 перемещаясь к ее входной двери. 1, 2, 3. Ты стоишь перед входной дверью. Да, я здесь. Хорошо. И входишь в квартиру. И я даю команду. Рептилоид, Грей, собраны у них трубы, круг какой-то. Okay. Конструкциями стоят. Хорошо. Арахноид. Арахноид. Дальше. Энергия белого. Спрута. Энергия спрута. Хорошо. Воронки. Черт. И две воронки. Хорошо. Рептилоид Грей. Вы все собрали, да? Все собрали. Готовы уходить? Да. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида. 1, 2, 3. И рептилоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду на счет 3. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Греев. И Греи забирает все, что они с собой принесли, и уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, арахноид, я прошу тебя сейчас выйти из клетки и собрать все, что ты оставил в биополе. В квартире Натали собирай все свои паутины, если потомство есть, все забирай, чтобы следов твоих не осталось, и докладывай о готовности к проверке. Он собирает потолки, шкафы, паутина у него. Считай цифру черта над головой. 5. Но этот арахноид собрал все. Хорошо, арахноид, ты все собрал. Я тебя сейчас буду отпускать на твою чистоту, ты в эту квартиру уже больше не приходишь. Найди себе новое место обитания, здесь все будет закрыто. Все понятно? Понятно. Хорошо, открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Энергия спрута у нас осталась. Открывается внизу портал под этой энергии в галактическое ядро. 1, 2, 3. И эта энергия улетает в галактическое ядро на переработку. До последнего микрона. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. И под воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И две воронки улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Ну что, черт, пришло твое время. Да, отпускай. Да нет. Подожди, какой отпускай? Я же не буду от 5-герцового черта слушать советы. Во-первых, ты сейчас выходишь, собирая все, что ты оставил в этой квартире. Я тебя предупреждаю сразу. Ни одного комочка, ни одного одеяла
чтобы в этой квартире не находилась. Кроме того, я тебя предупреждаю, чтобы ты мне сразу сказал, на кого ты одел носочки в этой квартире и где находится твоя энергия, если и также находится твоя энергия на домашних животных. Он показывает. Что он показывает? Собирай сначала все, что ты оставил, потом пойдем дальше по списку. Приступай. Все одеялки собирай, комочки. Где ты их раскидал? Показывай Вере. Ходит по квартире, собирает шарики, одеялки. Что это? Зайчика, клетка. Так, что ты там в зайчике клетки сделал? А ну рассказывай мне. Ты там что-то оставил? Ну, он собрал оттуда, она на зайце, на этом, у него как носки. Ты на зайца носки одел? Хорошо, животных мы после всего почистим. Его это развлекало. Заяц лапками делал, как будто он бежит. Это тебя развлекало? Очень, да? Развлекало. Да, смеется он, да. А хочешь, я сейчас открою рядом с тобой портал в галактическое ядро и посмотрю, как ты будешь смеяться? Или ты не осознал, куда ты попал? Ты стоишь 1 миллиметр от того, чтобы я тебя уничтожил. Тебе эта радость доставляет? Не особо. Он собрался. Так, хорошо, давай теперь переходим к животным домашним, подходим к зайчику. И зайчик, я даю команду на счет 3. Тонкая копия зайца появляется рядом с клеткой тюрьмой. 1, 2, 3. И я даю команду, включая зайчику внутренний белый свет. 1, 2, 3. И зайчик начинает выдавливать из себя весь негатив. Все, что осталось на чистоте черта. 1, 2, 3. До последнего микрона выходит из него. Он дрожит. Зайчик, не бойся. Сейчас все вытащим. Заправим тебя энергией, будешь зайцем он большим. Он лапки показывает. Это он... А, носочки, да? Там есть они еще? Да. И я даю команду, значит, 3 носочки выходит из биополя зайчика. Все, до последнего микрона, все это наматывается в шар. Все, что из зайца выходит, все наматывается в шар. О. Большой шар? Небольшой, но там страх, он его боится. Да, конечно, боится. Открывается портал в галактическое ядро под этим шаром. 1, 2, 3. И шар улетает туда, в галактическое ядро, на переработку. Ну вот зачем ты, закрывая печатный расставить, зачем ты, черт, заяц, пугал? Что у тебя за... Он знал, кто здесь главный. А кто здесь главный? Вот посмотри сейчас вокруг и скажи мне, кто здесь главный? Он говорит, что я все порталы здесь знаю. Я и так найду их. Ты мне их по-любому покажешь. Так, есть еще домашние, другие домашние. Так, зайчик чистый у нас, Вера? Да. Считай информацию, сколько у него, сколько ему надо дать энергии, и сколько у него энергетических каналов, сколько чакр у зайца? 3. Хорошо. Сколько ему дать энергии? 20%. 2. И какая частоту поднять до? 8. Отлично. И? Я даю команду, значит, 3. В зайчика начинает поступать 20%, 3 канала по 20% каждый. 1, 2, 3. Частоту вибрации поднимаем до 8 Гц. Зайца мы еще не заправляли. 3 чакры, ты понял? Он как-то так дышит через нос. Сейчас будет хорошо все, зайчик, не беспокойся. Сейчас мы закончим и все. Вернем тебя назад. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию зайца в систему биоробот-душа. 1, 2, 3. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Он на месте, все, да? Да. Хорошо. Свойства у него. Отлично, все. Так, где еще домашние животные? Есть другие? Ты на детях не одел случайно носочки, черт? Если узнаю, накажу сильно. Он сказал, что он все снял. Ты с людей все снял? Все снял, как обещал. С животных все снял? С зайцем только общался. Хорошо, все. Тогда я сейчас соберу весь негатив в этой квартире и отдам тебе в дорогу. Хочешь? Порталы показать? Конечно, давай сначала порталы сделаем, а потом ты получишь подарок. Поехали, приступаем. Он ведет меня на балкон. Здесь стиральная машина установлена. Да. И здесь портал в этой комнате.
На полу или на стене? Где на он? Стене. На стене, хорошо. И по всему периметру стены внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом портала. Все частицы портала, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываем портал. Пошли дальше. Кухня над печкой. И по всему периметру стены внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит и фантом портала, и все частицы. Закрываем, опечатываем, растворяем. Ванна. Ванная комната. Здесь как стеллаж такой слева. Шкаф, типа шкафа открытого. Понятно. Ага, хорошо. И внизу открывается под этим шкафом портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, эту воронку. Вместе с ним уходит фантом. И все частицы этого портала уходят в галактическое ядро на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Много порталов в этой квартире. Мы всегда говорим людям правильно. Сначала чистите себя и сразу квартиру. Вот сейчас бы мы ее чистой оставили здесь, Вера. Ты представляешь, что бы это было? Мне какое-то зеркало показывает. Не пойму, коридор, что ли? Под зеркало, в этом зеркале портал. Старое зеркало или что там с ним неправильно? В нем портал. Нет, оно не старое. Хорошо, внизу открывается под этим зеркалом портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И засасывает туда. Этот портал из зеркала уходит в галактическое ядро. Вместе с ним фантом портала уходит в галактическое ядро. Закрываем, опечатываем, растворяем. Ну, как стекло туда. Вот так вот. О. Хорошо, 4 портала, неплохо. Да. Хорошо, пошли к клетке. И я даю команду на счет 3 из каждого угла этой квартиры. Шар останавливается автоматически, когда весь негатив будет собран. Готово. Большой шар? Большой. Хорошо. Черт, как тебе такое, а? Заберешь? Ну, он подпрыгивает. Не сомневался. И отправляю ему в эту в клетку, как я обещал. Заработал. Хорошо, черт, все. Хорошая добыча. Да, хорошо зашел. Как вы говорите. Все, значит, я тебе тогда сразу говорю, ты в эту квартиру больше не приходишь, мы все будем здесь запечатывать, поэтому найди себе, пожалуйста, новое место обитания и больше не приходи сюда. Все понятно? Понятно. Хорошо. И на счет 3 открывается портал на чистоте черта. 1, 2, 3. И черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Клетка пустая у нас? Пустая. Открывается под ней портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И клетка засасывается туда. И уходит галактическое ядро на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Хорошо. Мы всех отправили, да, Вера? Да. И я даю команду на счет 3 по всему периметру квартиры. На счет 3 открывается. Да, есть куб. Хорошо, Вера, мы здесь закончили. Ничего не забыли? Нет. И на счет 3 переносимся к входной двери. 1, 2, 3. Я здесь. И отключаемся от квартиры и перемещаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.